с подругой гуляли на дачах, делали красивые видео, съемки, фотались, нашли домик, решили зайти, он был не закрыт. Мы там разожгли костер для красивого видео, но мы не хотели поджигать. Сестра, мы сняли видео. Вышли, когда уже собрались домой идти, домик не горел. Мы еще смотрели, стояли, дом не горел. Ушли, через 2 дня приходим, домика не стало. То есть он сгорел. В настоящее время служба участковых уполномоченных полиции и подразделения по делам несовершеннолетних по факту происшествия проводится проверка в рамках Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Устанавливается владелец дачного участка, причиненный ему ущерб, назначена пожаротехническая экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. В действиях жительниц города Канска содержатся признаки состава преступления, предусмотренные частью 2 статьи 167 Уголовного кодекса Российской Федерации, как умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества. Санкция данной статьи предполагает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.